Неподалеку от гостиничного комплекса «Семь звезд» полицейские обнаружили машину с подложными государственными регистрационными знаками. Информация о том, что у въезда в частный сектор практически лежит на боку «Тойота Харьер», поступила не в дежурную часть ГИБДД, а на 02, поэтому первое на место приехала участковый уполномоченный из ближайшего отделения. Возле завалившейся машины никого не было, но вскоре к сотруднице полиции подошел мужчина, который назвался владельцем иномарки. Правда, никаких документов показать то ли не смог, то ли не захотел. Объяснять случившееся тоже не стал, сообщил лишь, что приехал сюда в гости к друзьям и обещал позже забрать машину. Дескать, проезду она не мешает, а проводить спасательную операцию ночью не с руки. Оставив свой номер телефона, мужчина поспешил вернуться к застолью. Праздник у него, похоже, удался. Подъехавшие автоинспекторы так и не смогли дозвониться по указанному номеру. Искать хозяина сотрудники ДПС стали после того, как проверили Харьер по своей базе данных. Выяснилось, что номера, установленные на иномарке, принадлежат совершенно другой Тойоте. Марк 2, которую уже сняли с учета. Резон использовать госномера от другого автомобиля в следующем. Судя по сварным швам на днище, кроссовер – так называемый распил, ввезенный в страну как запчасти. Зарегистрировать такую машину невозможно, а вот кататься на ней до первой проверки – запросто. Так как владельца отыскать не удалось, происшествие оформили как ДТП со скрывшимся водителем. Подложные номерные знаки изъяли, а кроссовер на эвакуаторе отправили на арест-площадку. Забрать его оттуда у хитреца владельца шансы исчезающе малы. С места происшествия Виталина Кондрахина, Евгения Куликова и Андрей Алферов.